душа моя Господа, и вся внутренность моя святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым, тело свое. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив. Не до конца гневается, ни вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Сегодня день Отца. И здесь написано, как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. У кого нету отца, у кого нету мамы, у вас сегодня есть Отец Небесный, и Он вас любит и милует. Давайте помолимся. Господи, как велика любовь и милость Твоя к нам. Ты, Господи, любишь миловать. Ты, Господи, любишь защищать. И Ты, Господи, любишь прощать тех людей, кто идет к Тебе навстречу. Кто, Господи, кается пред Тобой. Кто, Господи, не гнушается, Господи, Тобой, потому что Ты не погнушался нами, но пришел в эту, Господи, жизнь, в этот мир. И свою жизнь отдал за всех нас, чтобы мы имели жизнь вечную. И Ты являешься сегодня нашим Отцом, нашим помощником, нашим защитником. Благослови, Господи, это богослужение под лицом Твоим. Благослови сегодня всех воспевающихся, всех говорящих, Господи, Слово Твое, и всех молящихся имени Твоему. Услышь, услышь наши молитвы, как громкие, так и тихие. Я, Господи, прошу Тебя, Ты также, Господи, благослови всех отцов, Господи, всех дедушек. Пошли, Господи, мудрости и терпения, Господи, воспитывать, Господи, молодежь и воспитывать, Господи, вот в первую очередь детей своих, чтобы их дети и все наши дети были Твоим достоянием. Аминь.